Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Spider-Man. Что ж, у нас с вами четкое, важное задание. Че все орут на меня сразу? Хватит орать на меня. Все просто хором начали, фужу мой. Я нервничаю. Осторожней, он... Как он смеет вообще? Он должен был сказать, прости, что я оказался на твоем пути, я презрен, а ты вообще молодец. Будь это паутина теней, я бы взял и вышвырнул с крыши. Ну так, чтобы проучить. Ладно, я бы не стал этого делать. Я, на самом деле, это забавно, когда ты играешь в такие игры, которые позволяют тебе делать очень многое. Ты почему-то, вот, не знаю, по крайней мере у меня такое бывает, что когда я делаю какую-нибудь подлость, я чувствую себя... Как-то нехорошо, хотя никто меня не осуждает. Что происходит? Никто меня не видит в комнате. Привет. Вам нужна помощь? Кстати, я Человек-паук. Да, я в курсе. Я Аарон Дэвис. Похоже, кто-то повредил датчики. С основного узла идут поврежденные данные. Он на крыше вокзала. Уже лечу. Погоди, стой! Подожди, это... А где другой Человек-паук? А, он в отпуске. Но не волнуйтесь. Я справлюсь. Аарон Дэвис, то есть это не дядя получается? Кто? Он меня точно не узнал. А, это дядя его, да. Он звонит через приложение? Это Человек-паук. Забыл сказать. Вчера вечером произошел взлом с проникновением в соседний Роксенплайн. Банда под названием Подполье. Засек их у моей станции этим утром. Подполье. Вы знаете о них что-нибудь еще? Они считают себя молодой мать. Давно обосновались в районе, но теперь у них новый глава. Некто умелец. Умелец? Спасибо. Ювелир еще бы назвал себя. А вы часто вызываете Человека-паука? Ну, на помощь. Без этого приложения с тобой было не связаться. Вот он как сделал это. Уложил носорог. Вот и решил, что стоит тебе позвонить. Ясно. Получается... А вы давно работаете в метрополитене? Не. Устроился в прошлом году после того, как брат, короче говоря, решил все поменять и попробовать новую работу для начала. А получается, поезда, что ломаются в мою смену, совсем не делают мне чести. Зато, когда мы их починим, сможете сказать начальству, что проявили инициативу и воспользовались приложением паучка. Так и сделаю. Удачи с датчиком. Получается, любой может так воспользоваться приложением и позвонить? Или это какие-то особые люди, особый круг лиц. Просто я представляю, что если вот когда я свой телефон вот так вот или там возможность дам, то меня уничтожат просто различными сообщениями, которые не в тему. И это не значит, что там я не люблю с вами общаться и так далее. Просто есть... Тут мои личные вещи какие-то, да, мои личные приложения, мой личный телефон и так далее, которые я использую для общения с людьми, которыми я по-настоящему общаюсь именно в реальности. То есть иногда вот не было еще такого, чтобы мне написали вот именно там просто что-нибудь такое, не знаю. Как сказать? Пишут что-то, вот, допустим, хорошее, но... Но спамят, знаете, спамят. Несколько раз было, когда писали вообще жесть какую-то стрёмную. Бывало, что звонили и так далее. Ну, то есть, не очень адекватные люди. В основном, конечно же, пишут адекватные вещи, просто... невозможно. Мне не хватит общаться со всеми, отвечать каждому. Это, правда, очень тяжело, и я теряю людей, с которыми я общаюсь в реальной жизни или там по работе. Это очень трудно, поэтому лучше всего общаться... В тех местах, которые я сам объявляю, что, мол, вот здесь можно пообщаться. Прямая трансляция, чат и так далее. Вот так через видео. Так общение становится более организованным, что ли, и больше информации мы можем с вами обменяться и пообщаться по-настоящему. Так, просканируйте кабели, просканируйте на... Ага. Куда же идут провода? Окей, гоу. Так, стоп, сканируем. А, ну вон. Они внутри здания.
Как мне туда пробраться? Сейчас, погодите. А, вот дверь. Как открыть? Надо попасть в этот сарай. А, все. Так. Вот L1, R1. Если противник что-то заподозрит, над его головой появится значок. Он что-то заподозрил, видя эту картину. Значок показывает, что вас обнаружили. А, ну вот, все, окей, ладно. Иди сюда, дружище. Давай, воздух, иди. Ты что тут делал, а? Ты что тут делал? Хакерские штучки всякие плохие, да? Мразота какая. Терминал испортил, гад. Свою штуку какую-то вставил, непонятно. Что это такое? Не люблю так делать, но... Датчики снова в норме. Что ты сделал? Просто уронил. С парнем, который их сломал. И похоже, он тут забыл свои игрушки. А там, прикиньте, реальные игрушки. Мягкие, красивые. Знаете, я попозже перезвоню. Ого! Пожалуй, пригодится для голодронов Пита. Окей, в тайниках подполья можно найти детали для изготовления костюмов, модификации костюма, модификации визора и улучшений гаджетов. Чтобы открыть меню гаджетов, нажмите «Окей». Чтобы изготовить голодрон, укажите на него и удерживайте X. Столько всяких вот этих пометок, как будто играю в мобильную игру. Так. Итак, что это такое? Короче, мы можем вот это сделать. Голодрон нам нужен. Окей. Я типа буду голым ходить или летать на дроне? Для доступа к новым гаджетам и улучшениям для них требуются жетоны событий и детали. Жетоны событий и детали можно заработать в ходе различных событий. Здесь необычные радиочастоты. Попробую отследить их. Ха, кажется, по городу таких еще немало раскидано. Ох, нифига себе. Ладненько. О нет, о нет, о нет. Так, удерживайте R1, чтобы выбрать меню гаджетов. Все, я понял, что это такое. Хорошо, мы взяли. Теперь нажмите. А те голограммы, которые могут мочить, я думаю, что они будут просто будут, знаете, как такая обманка для врага. Чтобы он пытался убить меня, а это вообще не я. А это просто... Лучше бы, мне кажется, Питер сделал бы реально вот такую голограмму, которая прям похожа на меня. Так, голограмма. Бей его! Есть. Как эти люди могут говорить такое, что ты нам не ровня? Это же глупо. А что, нет? Плохой удар. Есть. А, заметили, он так немножко подождал, пока я докручу эту штуку, чтобы ударить меня. Чтобы не ударить меня, а именно... Ой, блин, ой, блин. А именно дать мне докрутить. Оп. Да что ж такое? Ты чтоб тебе? Так, хорошо, это сдох. Оп, в сторону. Есть. Лечение. И с ней. Чуть не сдох. Чуть сдох. Чуть-чуточку совсем сдох. Фак. Блин, знаете, когда пытаешься прям вот... продолжу, да. Когда пытаешься прям сделать именно такую красивую комбинацию, пока ты думаешь о ней, тебя уже убивают. Бывает же такое. Он убил мою... Сволочь, он убил мою голограмму. Идея,
что ты не бьешь на... Почему он не снэпится? Вот. Боже мой, я просто изнасиловал его в воздухе. В сторону. В сторону. Так. Что сделал? Еще надо голограмму откинуть. И паутину давай. Блин, вроде бы какие-то простые. Что так звать? Смешно упал. Ой, сейчас убьют. Да я же отпрыг... скотина. Ладно, попробуем сделать это еще раз. Вообще было бы прикольно вот так всех под одну собрать. Вот. Да, оставим пока это. Да сволочь, я ж туда направил. Вот, там же даже прицел был. Фух, еле смог отпрыгнуть. Май гад, о май гад. Так, двоих сразу решил сделать. Хорош. Сейчас неплохо получается. Спустись. Фига, мы можем делать в связке. То есть он подбрасывает, а я его вниз обратно. Да не мог он по мне попасть. Было бы странно. Давай. Есть. Вот. Просрал добивание. Просрал добивание. Нет, не просрал. Сейчас подохну. Надо того чувака вытащить. Есть. Теперь ты. Да перестань, перестань. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, где этот чел? Есть, хорошо. Давай, ко мне иди сюда. И проворот. Так, хорошо, надо вот этого чувака. Есть. Обезвредили. Воу, блин. Ты осталась, тварина. Подохни. Теперь иди сюда. Почему он не идет сюда? Иди сюда, вот. Наконец-то. Фух, слушайте, было сложно. Ладно. Надеюсь, поезда снова ходят. Надо связаться с дядей Аароном. Алло. Окей, Аарон звонит. Мистер Дэвис, и как там дела? Сигнал есть, но поездов на путях не вижу. Похоже, какие-то неполадки в депо. Ваши датчики повредили парни из подполья. Интересно. Либо поезда кто-то угнал. Когда-нибудь перевозил на форм подземкой. Роксон? Метрополитен сделан для перевозки людей. Случайно они... нашел. Кстати, полетел, полетел. Перестроили после возведения Роксон-плата. Значит, они пользовались ей втихую. Нам в ту сторону. Пожалуй, осмотрю ее. Кстати, вы упоминали брата. А еще родственники есть? Давненько их не видел. Многое в жизни поменялось. Взять хоть эту работу. Я скучаю. Особенно по племяннику. Мы раньше писали беды. Может, теперь вы будете видеться с ними чаще? С ними, с семьей. Надеюсь, парень. Да. Мне пора бороться с подпольем. Пока. Майлз совсем не палится. Мне кажется, просто голос может даже узнать. Ну, прикиньте, если бы Аарон такой начал бы смущаться, типа, что это паук начинает выяснять всякие разные штуки про семью и так далее. Он бы такой, знаете, пытался бы закончить диалог быстрее, а паук такой, не, расскажите, пожалуйста. И он бы подумал, что паук его клеит. Окей. Закончим со странными мыслями и темами. Теперь у нас... Я хоть, кстати, что-нибудь могу сделать? Вот смотрите, я даже... я драться не могу. Что я делаю? Что это?
Почему он... Почему он начал танцевать? Да. Смотрите, я что делаю? Я подхожу к людям. Короче, кнопка удара — это вот это вот. Помните, когда Тоби Магуайр такой шел в третьем Человеке-пауке? Так, поставьте эту музыку мысленно. Ты сделал мой день, паучок! Да. Как дела? А, это угарно. Окей, все. Все, мы здесь. Подполье тут все ломает. Может, получится помешать. Вандалы. Хорошо. Обезвредить врагов, которых можно безопасно обезвредить. Нажмите. Ага. Опасно. Прицеливайтесь, удерживая... Удерживая L2. Чтобы выстрелить из инжектора в паутины, нажмите R1. Что это был за шум? О, пойду проверю. Здесь стелс-механика есть. Прекрасно. Теперь это безопасно. Они такие милые, когда спят. Так, теперь ты. Чтобы нокаутировать врага паутинным ударом, нажмите... Любовничек. Чувак просто лишился жизни только что, по-моему. Так, потянитесь к точке, скрытой от глаз врагов. Ага, опа. Пришли в депо портить погоны. Обоссать все сидушки, да, небось, и тамбуры. Зарисовать все сиденья. Хорошо, давайте начнем поиск врагов. Чтобы отметить противника, ага, удерживайте, сфокусируйте взгляд, удерживайте. Супер. Теперь я их выслежу. Так, еще вон тот. Ага. Ага, вот. Раз, еще раз, два, три. Че тут дофига здесь? Я ж там вынес всех. Они же не видят, что ли, совсем? Ладно. Чтобы я мог... Там чувак вообще висит. Ладно, давайте куда-нибудь примагнитимся. Что тут происходит? Ну, давайте попробуем его вынести. Можно? Паучий на нокаут. Один готов. Тихо, тихо, тихо. Фу, я думал, это они меня заметили, но нет. Так, давайте попробуем. А как его? Только вот так, что ли? Или как? А, нет, все, навели. А, опасно было же написано, черт, я не заметил. Все, уходим, уходим, ухожу, господи. Все, 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 скрылся. Скрылся. Музыка, не играй понапрасну, не играй. А что там за человек вдалеке? Окей, просто какой-то чувак для прохожих. Все. У всех шок просто. Ладно. Увидели? Нет, я скрылся. Фига не прыгают. Они могли и сюда запрыгнуть, но почему-то решили... Черт. Так. Да отвлечь его. Швырнуть в коробочку. Что это было нашим? Так два раза повторю. Ой. Да блин. Да, побежал, побежал, побежал. Так, ну все, кажется, они забили на меня. Давайте, пойдем. Стелс-мастера включай, Евгений, что за дела? Иди сюда и сразись. Так, этот опасный. Это мы уже видим. Хорошо, давайте вот сюда, на этот кран. Посмотрим, что тут есть. Они все опасные. Блин. Куда ты прыгнул, тупо? Да, боже мой. Тихо, 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 тихо. Сволочь, взял. Смотрите, вот сейчас. Че, он опасный? Как нам его вырубить?
Вот, наконец-то. Вы пытаетесь украсть Нуформ, я прав? Смотрите, они все стали какими? Синенькими. Это значит, что... Так, смотрим. Ага. Опасный. Ну, не совсем опасный. Или, подождите, это просто новые? Может, нам их отметить? Нет, это не все. Да, это новые пришли какие-то. На посту никого. Это Человек-паук. Стопудово. Аккуратненько. Безопасно. Умри. А ведь и в прятку. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо у меня получается. Смотрите, если я вот так стреляю. А он стреляет куда-то рандомно. Нам придется, видимо, целиться. И вот, допустим... Не знаю... Да, боже мой, как сложно работать с прицелом. Погоди. Я выстрелил, а ему пофигу вообще. А давайте еще раз. Нужно именно в предмет, да, какой-то? Очень как-то резко работает прицел. Давайте. Вот. Опасно. Давай, ладно, иди сюда. Я что-то не понял. А как я сделал? Так, чтобы он его к себе притащил, паутина. Что-то не врубился. Так, подозрение. Подозрение, не надо нам этого. Все. Так, сколько еще их? А, блин, пятеро. Вон тот дальний, вот очень хорошая мишень. Очень мне подходит. Джеймс, новости есть? Так. Так, можно выстрелить? Да, хорошо, он заметил. Один момент. Есть, это моя жертва. Очередная победа Человека-паука. Чё-то сам даже нагнулся, такой, знаете, чтобы беспалевным быть. Ладно, надо бы кого-то приманить еще. Кого? Осмотритесь, кто-то похищает наших. Хватит прятаться, выходи! Сейчас нам нужно будет их тихонечко разделить. Во, давайте вот туда выстрелим. Иди, иди, иди. Иди. Сейчас вот давайте к коробке, наверное. Так. Этот ушел, да? Хорошо. Ничего. Наверное, это... Уходим, уходим, уходим. Слаженно, четко. Так, опасный? Ты что, опасный, что ли, хочешь сказать? Ну-ка, сюда пошел. Опасно, 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 опасно. А че не все опасны, не понимаю. Он же за, стоит, за вагоном. Ребята, я нашла паутину, тут неприятель. Иди сюда. Что это было? Куда ты идешь? Мразота. Ну, повернитесь уже все, господи. Во. Есть. Спалили. Валим. Где? Куда все делись? Ага, вон. Так, безопасно. Gonna die. Не повезло тебе. Прости. Нет, 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 это не Человек-паук, тебе показалось. Никакого Человека-паука, а ты что? Это мой глупенький какой. Тихо. Видите?
Мне кажется, безопасный, нет? Ты безопасный? Ты просто вынеси его нафиг. Но этого, конечно же, он не заметил. Так, все-таки я пытаюсь понять, как же я его... Как же в тот раз, что я нажал? Непонятно. Ладно, короче, просто убьем его и все. Все, кажется, да? С ними разобрался. Что теперь? Вернем поезда на пути. Пульт управления, наверное, в офисе. Наша следующая цель это вот здесь, 18 метров, хорошо. Умелец. Дядя сказал, ты их лидер. Тинкерер. Значит, умелец, да, получается? Наверное, да. Облом. Тут что-то все хреново работает как-то. Сломали. Придется возвращать поезда на пути вручную. Или о, пути. Сейчас будет пазл? Использую поворотный круг. Так, чтобы подсказку круг, видеть. Тянем вагоны паутиной. Должно сработать. Ага. Как? Должен просто подойти, нажать что-то или как? А, вот, все, я понял. Хорошо, это будет в эту сторону. Правильно? Ну-ка, давайте еще раз повернем. Получается. Уже почти. Может быть, надо вот это сделать? О, мама. Чтобы зафиксировать... Да а, чтобы он был внизу. Еще раз, что он? Быстро зажимайте. Уже а. Заблокируй шестерни. Ага, отлично. Есть. Теперь остальные. Какие остальные? Пулью выслеживает поставки на форму и перекрывает пути. Может, они не хотят, чтобы Нуформ попал в город, или... Что? Надо встать перед ним. Так, мне получается, надо его, что, притянуть или как? Там что-то было, да, сейчас написано? Типа, удержите что-то такое, надо встать перед ним, ладно. А, нет, не то. Надо... Еще какие-то здесь придется есть, да? Придется тянуть вручную. Вот, все, я понял. Ух ты, блин, силу применить надо. Так, еще один. Окей. Забавно, я думал, что сначала уйдем в сторону. Блин. Что теперь сделать? Надо передвинуть другой вагон, как и первый. Какой? Я его передвинул. Или его надо повернуть? Вот тот подойдет, перпендикулярный рельсам. Вот этот? Точно, вот этот, он же перпендикулярно стоит рельсам. Погодите, или это не, они не про этот говорят? Они говорят про вот это, да. Его надо... А, его повернуть надо. Все, не было до этого. Так. Надо потянуть вон тот, что на земле. Затянуть на круг. Это не то, да, я делаю? Так, а вот же написано справа, поставить три вагона перед тоннелем. Сейчас убьет. Еле вышел. Так, давайте, мне кажется, его надо отодвинуть. Вот сюда.
Так, в сторону. Там вот еще один вагон. Может быть, вот этот надо затащить теперь. Сейчас мы еще раз двинем эту штуку. Вот сюда. Во, все, точно. Да. Сработало. Вагоны уже на путях. Окей, теперь что нужно сделать? Взять электричество. А это где? А, вижу. Этот пульт они тоже сломали. Но генератор. Куда ты улетаешь, черт? Так, ну вот столько. А, да, мы же сами заряжаем, понятно. Да, так я смогу запитать вагоны. Наверное. Угу. Моя паутина проводит ток. А, так, используйте R, чтобы посмотреть на генератор. Прицельтесь в генератор, удерживая L2, затем R1 нажмите. Шмяк. Шмяк. Так, теперь вот сюда. Ага. Как хорошо работает все. А кто успел прицепить вагоны? У вас что-то изменилось? Панели светятся, как праздничная ёлка. Ты молодец. Был рад помочь. Все, вот это все люди смотрят, как паук что-то с вагонами мутит. У меня есть кое-что для тебя. Это безделушка, но... Для меня? Мне нужно как-то отблагодарить 3 парня, километра, блин. Спас мою работу. Класс, класс. Надо возвращаться. Ну, гоу. Ой, помню, когда в детстве я играл впервые в игру «Человек-паук», я просто крыша съехала. Уже в Европе. Как это, Питер? Сольный паучий день. Да, неплохо. Уже обнаружил заговор в собственном районе. Классика. Есть план? Да я так, больше импровизирую. Настоящий человек-паук. Короче, если что, звони. Я, конечно, за океаном, но это ничего. Обязательно. О, и спасибо за подарок. Очень круто. Ты его заслужил. О, МЖ зовет. Мне пора. Пока. Мне кажется, было бы куда драматичнее, если бы Питер умер в этой серии, в этой игре. Чувак, как-то не чувствуется ни за кого опасности. Надо обязательно узнать, в чем дело. Весь город на меня надеется. Мы на вершине топа приложений в Нью-Йорке. Как только закончишь с дядей, зацени сам. А, кстати, он же пока не догадался, да? Пару раз чуть не попался, но все путем. Заценю сразу, как закончу тут. Пока. Так, и мы же можем это приложение-то посмотреть, нет? Не можем. Навыки какие-то у нас есть новые. Навыки, новое очко навыков, прекрасно. Так, смотрим, что у нас тут увеличивает запасы. А, так, нажмите L1 плюс X, чтобы подброситься соседних врагов. А, вот эта штука, почему не работала? Удвоенная длительность действия биошока, нет. Увеличение радиуса поражения биоудара, прикольно. Подкинув врага после серии рукопашных атак или биоатаки, удерживайте... треугольник, чтобы использовать биоподъем на паутине. Ну-ка, давайте попробуем использовать этот биоподъем. Окей. Ну все, да, по-моему, список приемов. А, у нас просто новый прием пополнился. Что там с костюмами? Как дела обстоят? Какие-то модификации. Нет, у нас 0 очков. Из костюмов. А как вот эти открыть? Доступ к модификации костюма, силовой бросок, увеличение урона. Не хватает средств. А, нужны жетоны, да. Нужно типа жетонов понасобирать целую кучу. И мы их можем только открывать по очереди. Ну-ка, вот это что такое? Костюм для паучьих тренировок. А, нет, не то. Маз Мораль 2020. Где вот этот костюм, который... А, вот через вселенную. Вот я его очень хочу. Их. Ой, опять нажал не ту кнопку. Давай, гоу! По деревушкам.
Забавно, что они хотя бы попытались сделать правдоподобно, что мы в парке, мы низко, мы только низко летаем на паутине, потому что цепляемся за деревушки. Закончу помогать дяде, поговорю с Финой. Да, мистер Дэвис, я почти на месте. Поторопись, Человек-паук. Тут подполье. Устанавливают бомбы на пути. Ах, вы сволочи, да что же вы пристали к этому метро? Уже мне по нраву твоя помощь. Буду так быстро, как только смогу. Держитесь там и сидите тихо. Триста метров. Свободное падение. А, кстати, я и забыл про ускорение. Ух. Так, ну что тут у нас происходит? То есть у нас теперь не будет обычных грабителей, да? У нас будет все вот такие с этими перчатками в стиле киберпанка. Во, хорош. Так приятно. Так... Что же такие сильные? Сколько можно вас бить? Кажется, он сдох, да? Прекращение задания? Нет, продолжить задание. Я не прекращаю его. Получай. О, неплохо. В сторону. Ой, не думаю так. Иди сюда, куда ты пошел? А, это не ты. Ну ладно, все, я его выкинул. Во, прикольно. Я бы не уничтожил просто в воздухе. Так, доступно добивание. Давай, вот здесь добьем тебя. Просто за яйца его притянул к себе. Кому вкусняшки? Что это я выкинул? То, что надо? А, это что надо? Случайно сделал то, что нужно. Во! Видели, как получилось? Я отменил. На верхних путях еще. Последний звонок. А, вот, все. Блин, хорошо, что сохранилось. Я их достану. Гоу. Пошел. Так, подальше, подальше, подальше. А, вот что мы можем сейчас сделать. Окей. Ну что, на. Тут получается самое большое количество крутых ударов связано с биоударом, да? Всего можно замутить с ним в воздухе. Осталось только ему еще штаны снять и изнасиловать. Так, добивание. О, красиво. Солнышком так красиво было. Да я занят, не звони мне. Так, через перекресток еще две. Твою мать. Так. Отвали. Да я не то беру. Хоп-х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 оп. Давай, гоу. Это тебе крышка. О, каламбур супергеройский получился. Я так понимаю, когда я его путиной, да, он не такой взрыв большой. Ох, мразь такой. Зачем? Уничтожить Нуформ или украсть? Вот. Мне кажется, можно просто их закидывать сейчас. Не, давайте вот так сделаем. Вот так. А, так не получится. Думал, смогу. Во! Полицейский, у тебя враг тут рядом. Ты бы мог уже применить какой-нибудь, не знаю, наручники, что угодно. Прикольно сделали. Думаешь? Ты думаешь так, you son of a bitch. О, кстати, смотрите, опять эта вышка, генератор этот. В сторону. Смогу докинуть? Как полицейского кинул. Опа, он проболтался. Что значит революция? Ай, найс. Женщина, вам тут не место, мне кажется.
Мне кажется, здесь место свидетелям не место. Просто встало. А, это я не швырял это. Ой, что там происходит? Сколько вас осталось вообще? Вот он. Растерялся, бедный. Не знаю, один остался, да? Все, yes, very good. Прохожие молодец, сразу парень. Разошлись, такие, а? Фигня неинтересна. Подполье смылось. Сработал, что надо. Все, полицейский, успокойся. Продолжал не доверять никому. Слушайте, ну, по-моему, очень огромные голуби. И они даже не испугались поезда. Польщики мне костюм испортили. Зашивать придется. Нажмите «Открыть страницы костюмов». Здесь перечислены все собранные вами ресурсы. С помощью полученных ресурсов изготовьте новую модификацию, выбрав ее, удерживая. Блин, было бы прикольно, если бы тут можно было, знаете, в процессе драк разорвать свой костюм настолько, что там уже аж булки такие сзади так и выглядывают из дыр на штанах. Итак, хорошо, я понял, да. Мы можем изготовить что-то. Несокрушимость, уменьшение получаемого урона. А это мне нужно, мне кажется. Атаки, совершенные в течение 5 секунд после идеального уклонения, наносят больше урон. Окей, давайте меньше урон пока что. В целом, я неплохой урон получаю. Да, и заодно вот это еще. Неуязвимость. А, ну все вместе. Окей. Окей. Ну, а здесь на что? А, я мог еще тут посмотреть. Ну ладно. Вы в порядке, мистер Дэвис? Да, благодаря тебе. Вот, возьми. Годовой проездной на метро. Спасибо. Я имя верно указал? А куда... А, так, мне пора. Погоди, Майлз. Я догадался, когда увидел вчерашние новости. Ты скакал вокруг сбежавших заключенных, раскидывал их налево и направо. Я сразу же вспомнил, как мы с тобой и твоим папой играли в парк. Ты был шустрый. Но сейчас шустрее. Не волнуйся. Маме я не скажу. Обещаешь? Обещаю. Какой ты стал? Видел бы тебя твой отец. Он бы рассердился. Он бы точно рассердился. Значит, ты заменил другого человека-паука? Не, он просто сейчас в отпуске. Ясно. Я ставил тебя за главным. Ага. Куча ответственности для такого мальца. Вроде справляюсь. Надеюсь, но. Но послушай, влипнешь в историю, звони. Я тебя не брошу. Понял? Понял. Спасибо, дядя. Кстати, что заметил. В мультике на нем были Nike, а сейчас на нем Адидасы. Город без человека-паука никуда. Так, проведите влево, чтобы открыть приложение «Дружелюбный сосед». Ага. Окей, у меня угнали машину. В общем, это... Неинтересно все. Это я пролистываю свои соцсети так. Смотрю, ага, ага, ага. Уведомление там, кто-то что-то запостил. Так, собственно. Привет, сынок. Мой любимый фургончик с едой будет сегодня на митинге. Ищи эмблему. Сейчас бы поесть, Кай. Ну, спасибо за совет. Оу! Мам, хотел спросить, ты ведь знаешь обо всем, что происходит в Гарлеме. Ты слышала про подполье? Вон, нам туда надо. Да. Они портят имущество Роксона и, кажется, набирают подростков по всему району. А что, они и тебя пытались втянуть в свои проделки? Нет, нет. Мне дядя Аарон сказал. Ну да. Так, преступление. Мы случайно встретились в метро. Ты знала, что он там работает? Нет. Прошу, держись от него подальше. Так, сейчас, секундочку, мы должны спасти. Не сказали, почему У нас потери! Что это? Нифига себе, как так бывает. Ну, что ты не пуляешься? И что ты... Сейчас на тебе крышечкой. Осторожно! У них подлога!
Где? А кто это сказал? Кто это крикнул? А, чувак. Даже выйти, наверное, не может. Вон бежит подмога, сволочь. Кстати, ближе ко мне, друзья. Открой дверь, и мы тебя пустим! Просто заперся, они не могут выломать дверь. Стоп! Он в опасности. Надо... Он может открыть дверь. Погоди, у меня! Да чтоб тебя. Дверь подойди, если отдашь нам дружку, мы тебя отпустим. Да сколько? Охренеть. Просто запинали, нифига себе. Так, окей. Майлз, мы встречаемся сегодня? А, ты задание провалено, да? О, да, прости. Я что-то совсем замотался. Ну, сейчас свободен. Где? Класс. Угол 78 и Вест Энд. 78. Научный центр? Почему там? Увидишь. Не опаздывай. Окей, go. 78 и Вест Энд. Там и узнаю, о чем она. Лучше поспешить. Блин, у них так сложно. Улица называется. 78, 1, 10. Сканируем. А, мы можем так под поле найти. Погодите, нам сейчас надо задание выполнять. Ах, красиво. Майлз, алло. Я сказала, кто это? Мама. Подальше от дяди Аарона. Но вы с папой так и не сказали, почему запрещаете нам видеться. Потому что он наверняка этот злодей. Пусть Аарон сам уйдет. Подождите секунду. Нормально. Иди, спасай мир, мам. Ты нужна блин, им. Так хочется в Нью-Йорк говорил, попасть. Опа! Так и скажу остальным сыновьям. Секундочка. Нам нужно это сделать. Тихо. Да, блин. Да ты будешь тут цепляться или нет? Ты какое говно, а? Он просто по кругу ездит. Он просто по кругу едет, да. Ладно, встретим его с этой стороны. Давай. Есть. Уй. Отклоняемся. Что делать надо? А, вот. Вот так надо делать. Все, я понял, хорошо. Оп. Надо в их сторону отклоняться, и тогда можно будет их бить. Хорошо, кто ничего вылезет? Сколько их тут? О! Так, ну все, пора... Пора, мне кажется, выходить. Ух. Как-то неудачно вышло. Будете знать, как играть в шашки. Есть! Задание завершено. А где тот чувак, который выпал? Все, ребят, спокойно. Ладно, давайте посмотрим, там сейчас, наверное, будут какие-то кат-сцены, можно будет их посмотреть и на этом выпуск закончить. Возможно. А может быть и нет, может быть еще немножко поиграть. Зависит от того, что будет сейчас. Просто надо из-за такого большого количества точек привязки, паутины, что ты жмешь одно, начинает делать немножко другое. Не то, что ты хочешь. Или тут недостаточно точек привязки. Наоборот, я пролетел мимо. О, да. И охренеть скорость. А, блин, кайф. Все. Почему не... Ну, пролезь. Странно, что он не мог так сделать. Пролезь спокойно. Встретитесь с Финой возле научного центра. Окей, все, мы переодеваемся, да, здесь?
Илюша, я здесь. Пожарная лестница тут совсем не к черту. Залезай осторожней. Поэтому ты хотела встретиться здесь. Ты опоздал. Я чуть не ушла. Тут заело. Помоги. Капсуле пришлось нелегко. Ты помнишь комбинацию? Да, сейчас. Черт, как же. Кто-нибудь смотрел мои видео «Капсула времени»? Просто сейчас что-то вспомнил про это. Если смотрели, вы можете посмотреть. Запомним. Да, да. Ладно. Так и что же вы собираетесь положить внутрь? Это тайная капсула. Только мы с Майлзом знаем. Супер. Так и надо. О чем не узнают, то не сопрут. Эй, Рик, а ты правда идешь в Роксон или как? А что, пойдешь, если я не пойду? Возможно, смотря что там предложат. Ну-ну, конкуренция, да? Что ж, вот их идея. Чтобы я вел группу по чистой энергии. Я ж говорю. Чистая энергия спасет мир! Мой чудесный фан-клуб. О, помяни черта. Роксон, сейчас вернусь. Ты же помнишь код, да? Числа Фибоначчи. Класс. Наш приз. Скажи, наш преобразователь был просто огонь. Это точно. Как думаешь, он все еще в научном центре? Надеюсь. Ого. О, прикольно. Погляди фотка. На нас. Провинциалы. Один Рик, как всегда, на стиле. Ага. Майлз вообще не смотрел в камеру. С ним что-то случилось? Вы с ним что, поссорились? Нет. Ничего такого. Фина. Все нормально. Почему мы перестали общаться? Черт, я опаздываю. Надо бежать. Эй, мне кажется, мы оба что-то скрываем. Давай в следующий раз без секретов. Лады? Да. Я подумаю. Но не опаздывай. Как он хитро сделал, очень-очень тонко замутил. Ты в курсе, что я теперь выше тебя? Здесь нет. Знаете, такой, мы оба скрываем секреты. То есть он решил ее любопытство задеть здесь, типа заинтриговать, потому что у меня тоже есть секрет. Если захочешь его узнать, она точно захочет его узнать. Она уже захотела его узнать. Выпуск из средней школы. И радостно. Всегда, когда говоришь, что, это, что есть секрет, его хочется сразу узнать. А я попал в Академию Visions. Мы собирались держать контакт, но, блин, старшие классы — это ж целый новый мир. Итак. О, как же приятно было снова увидеть Фину. Пожалуй, поищу остальные наши капсулы. Но немного позже. Сейчас пора домой и на митинг. Хорошо, что у меня безлимитный проездной. Че, можно на метро теперь поехать? На карте отмечены точки быстрого перехода. Укажите на квартиру Маза. Вход в метро, а потом... Или вход в метро, а потом удерживать их, чтобы совершить быстрый переход. Так. Значит, X. А, вот, и мы переходим. Окей. Вот эти капсулы времени можно будет пособирать, это интересно. Но только если мы будем рядом. Телефон есть? Проездной есть? А ключи у тебя? Да, у меня. Пошли, а то опоздаем. Блин, наверное, круто в Нью-Йорке зимой. Такой снег, город такой огромный. Эй, чел, я тебе в костюм снега напихаю. Хочется там оказаться и летом, и зимой. Ну да, на всякий случай. Все будет хорошо. Ух ты, прикольно. Мне больше всего нравится в Гарлеме. Уличные фестивали, лучшая еда в городе, шикарная музыка. Да, очень неплохо. Что думаешь,
играешь Арио Моралес. Будешь за нее голосовать? Могу поверить, что моя мама – учитель. Она всю мою жизнь была учителем. А их работа чем-то похожа. Собираешь людей, учишь их. А вот это круто! Пожалуйста. О. Извиняюсь. Надо будет тоже с тобой записаться на язык жестов. Испанский я уже почти выучил. Да ну! И давно? Дорогой, наверное, ты слишком волнован. Глория! Привет! Привет, Мэлс. Это моя подруга Стеф. Она недавно стала волонтером в Пире. Приятно познакомиться. Уверена, мы еще увидимся в приюте. Кстати, об этом. Твои смены возобновятся после зимних каникул. Если мы будем открыты. В каком смысле? Ой, не волнуйся. Иди слушай мамину речь. Созвонимся после каникул. Опа. Ой, хочется хот-дога бы сейчас какого-нибудь. Бабушка их очень часто готовит. Ребят, вы заказываете? Не, спасибо. Ну что ж ты делаешь, Майлз, почему ты не заказываешь? Я бы хотя бы просто посмотрел, как ты жрешь. И сколько раз уже такое было? Я сижу, играю себе спокойно, но потом в игре начинает фигурировать еда, и мне плохо. Мне не хочу вот записывать дальше выпуски, я хочу просто взять и начать. Что это за косплей у нас тут? Давай сначала возьмем по хот-догу. Отличная мысль. Дядя Аарон, ты чё? Не ожидал тебя увидеть. Я смоюсь до прихода твоим. А это кто? Мой друг Ганки. Он помогает мне с паучьим проектом. Ага. Приглядывай за моим племянничком, понял? Я пытаюсь, но с ним это непросто. Я стою здесь. Иди слушай мамину речь, Майлз. Чел, ты ему рассказал? Он все выяснил. Расскажу, как вернулся домой. Окей, давайте послушаем речь. Удачи, мисс Моралес. Спасибо, Тим. Смотри, Роксана правда не забывает о бдительности, а? Это точно. Добрый вечер, соседи. Вы помните, чего мы лишились, когда Роксан разрушил квартал? Ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская лавка, на награждение, отец. Где делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все будет хорошо. Твою маму не дадут в обиду. Церковь Святой Терезы. Помните? По воскресеньям и средам пение хора раздавались на весь квартал. Эй! И сейчас Роксон развозит Нуформ. Это экспериментальное топливо по городу. Но молчит об опасности. Это послание Роксону. Ваш руководитель Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. У нас проблема. Прошу сохранять спокойствие! Некуда бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Сто пудов эти гаджеты этот бродяга, да, сделал? Бродяга его зовут? Праулер по-английски. Просто вот этот его фиолетовый такой свет характерно. По крайней мере, я по мультику это запомнил. Так, упс, в сторону. Так, господи. Это сволочь. Просто имеют меня. Так, в сторону. Так. Срань господня. Тут прикольно сделали, что когда вот он прыгает, он такой, я прыгаю и бью тебя. Не плевать. Ты не можешь там выполнять всякие катсцены, всякие связки. Ему вообще насрать на то, что ты там пытаешься сделать. Просто пинает тебя, и все. Окей. Там можно уже что-нибудь замутить? Да. Вот. Ух.
Давай, добить. Я здесь с перчатками очень сильно бесят, ребята. Итак. Поднять воздух. И выкинуть его из, просто за пределы карты. Сейчас убьют нафиг. Да чтоб тебя. О, а этот встал. Нечестно, он же не главный герой. Ладно, короче, нам нужно просто бить всех слабеньких. Во, хорош. Сейчас наберем как следует. Сколько вас здесь? Где этот чувак с перчатками? Вот. Смотрите, а почему я прокотился сейчас? Они меня в воздухе, да, еще долбили только что? Давайте еще два удара, и убивать можно. Есть. Как он это сделал? Не ожидал вообще. Я просто, меня усыпила бдительность. Знаете, что усыпило? То, что он был без оружия. Я думал, ну что он мне сделает? Ладно, сейчас я попробую их задубасить. Слушайте, очень сложно что-то с ними сегодня. Так, хорошо, замочил. Так, ты еще жив? Так, хорошо. Кто еще? Вон он, чувак с перчатками. Ну, идите сюда. Оп, что это упало? Это я вас не буду пускать в воздух. И не буду пускать в воздух. Теперь эта фраза не позволяет ему пускать воздух. А ладно. Господи, Евгений, ты что-то смеешься. Так, опа, в сторону. Кстати говоря, помощь. Я думал, им нужен форм, но его там нет. Надо узнать, что умелец планирует дальше. Хорошо. Я захожу в твои данные. Помогу, чем смогу. Хорошо. Фигаки. Спасибо, что помог моей маме. Обращайся. Да, блин. Они, получается, как Скорпион, да, Герова хер делают, только наоборот. Они, типа, сами подходят издалека. Блин, что-то делать. Надо просто подойти, перестать вот это вот терпеть. Все, хорошо, он должен упасть. Очень больно сейчас, мне кажется. Надо к тому подойти, который издалека стреляет. В сторону. Есть. Все, упал. Фух. Прям захватывает на самом деле. Так, ты... О, да, помогай. Где? 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 Ага. У! Есть.
Нифига себе, что это такое? Окей, летим срочно. Да я не могу пока закончить выпуск на таком. Майлз! Слава богу! Ты где? Я дома, но могу приехать в больницу. Нет, будь в безопасном месте. Но ты ранена. И вдруг с тобой что-то случится, а меня не будет рядом. Милый, это не как у ратуши. Мы в порядке. Будь в безопасном месте, понял? Когда вернусь, это так его отца убили, интересно. Тебе подписать мой... Ладно, мам. Увидимся дома. Люблю тебя. Дядя Аарон, все нормально? Я в порядке. Так, надо ускориться по-нормальному. Тебя и твою маму. Где вы сейчас? Двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. Но если покажется Роксон, беги. Понял? Они хотят найти виноватого во всем. И не факт, что выберут умельца. Ладно. Буду осторожен. О, это же получается такой демо слоумо. Опа. О, прикольно. Там у так. Была просто разминка. Или обманка. Вперед, вперед! Эй! Давайте... Не палить друг друга, а? Так, это женщина. Нам нужен только Нуформ. К черту все остальное. И это умелец, да, это не странник. Оп. Что это за штуки? А, ну это они так делают. Похоже на доктора осьминога. Слушайте, этот пульт всякие штуки вытворяет. Качайте сейчас. С ним. Потом берите сколько сможете. Что ты делаешь? У меня была такая мысль. Да ладно. Там что-то скребется в нем, как будто он живой. Он не просто вибрирует, там какие-то механизмы туда-сюда вот что-то ездят, скребят как-то даже. Окей. Да блин! Да блин! Что такое? Так хорошо начал сражаться, и вот у меня просто пинают. Окей. Давайте попробую еще раз. Я только думал, нифига я хорошо начал. Так, у меня теперь две ячейки, получается, этой штуки. Твой биошока, который... Да перестаньте. Лечись, лечись. Так, голограмму. Пульнуть. Все, хорошо, нафиг. Иди, умри. Че, мост рушится? Опа. Блин. Так, вот это вот надо. Надо. Давай. Есть. Фу. Мне один удар остался. Просто один удар. И все, и жопа мне.
Лечись, прошу тебя. Так, давайте в огонь его кинем. Ой, как все напряженно. Так, погодите, нам нужно включить паутинку. Добивай, добивай. Так, задел кого-нибудь? Не задел. Один сейчас зато. Ладно, еще двое осталось. Да? Да, по-моему, все. Так, этого в огонь. Все, Галадрон восстановился, если что. Все, 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 все. Конечно, сюда нужно кого-нибудь, кем мы дорожим, чтобы прям накал страстей был еще больше. Опа. Ой, я думаю, нужно будет двигать чем-то сейчас. Ну нет, не пришлось. А вот сейчас надо. Так, нам сюда. Не сюда! Так, что сделать, что сделать? Так, цистерна нафиг! Так, ну нам не страшно. Автобус! О! Так, стоп, стоп, стоп. Я зажал. Получилось? Что я делаю? Я набросал им. Помогай, голограмма, помогай! Опа, нет, только не водитель, только мне. Не волнуйся, я здесь. Они специально это сделали? Нет. Ой, это круто. Да чтоб тебя, продолжает рушиться ненадежный мост. Там люди. Есть идея. А, я знаю. Я понимаю, что ты хочешь замутить. Я бы сделал то же самое. Надо его зафиксировать. Хорошо, хорошо, хорошо. Надо их как-то перевести. Как? Как перевести? Хорошо, значит, сейчас давайте идем. Можем взять? Не можем. Можем только вот сюда примагнититься. Подвести их. Перевести он имеет в виду буквально? А, нет. Думал, нас ведут к такси. Чтобы я такой приехал за ними. Такси, садись. Я могу помочь. О, это классическая ситуация паука. Блин, насколько же у него много силы, и насколько же у меня мало силы, что... Ну, сложно так держать. Лежать, лежать. А, нет. Сара упала. Блин, ну дали бы хоть кнопочку нажать вот в этом моменте, чтобы я подумал, что это я прям спас. Это еще не закончилось, да? На тонкой нити приз получен. Да я даже ничего не делал. Фух. Я виноват. Мои силы. Все взорвалось. Да ладно, никто же не умер.
А это кто такие? Злиться сейчас пришли, да, на меня? Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он спас да, нас! Вы. Он просто ребенок! Я все засниму! Его. Мы все видим! Убрала телефон, быстро! Я сказал убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Да зачем? Надо просто убегать и все. Так, ну он получается теперь вообще разве всемогущий почти быть что. Всегда рядом. Они хотели меня пристрелить. Даже слушать не стали. Ты в порядке? Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Кригер. Обсудим обрушение Брейтвейтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушило мост. Да что за бред? Все было не так. Заметили, да, они сначала про собственность сказали. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Могу принести Дульсу де Коко? Что это? Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказал. Но ты же... могла умереть. Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Мам! Я бы съел Дульсу де Коко. Если ты не против. Хочу... понять, что такое Дульсе де Коко. Очень вкусно звучит. Не знаю, почему, я его, наверное, есть хочу просто. Дульсе де Коко, сделай мне, пожалуйста, что же. Мама Майлза. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все, как Человек-паук. Да нет, ты с тобой же в таких противоречивых ситуациях оказываться. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему. Так, опять сейчас музыка будет, да, и монетизацию отрубят. Я думаю, я заменю музыку на монтаже. Подставлю что-нибудь поинтереснее. А, вот так мы откроем новый костюм. Замутили его, из чего? Что ж, оп. Народ, встречайте, не ссыть. Может, оставим героя? А, чувак,
идут серьезные дела, да? В такое время людям особенно нужен дружелюбный сосед. Окей. Давайте сделаем стоп здесь сейчас. Длинный выпуск получился. Что-то я не мог никак найти такую, знаете, логичную паузу. Вот мы сделали ее, мы ее нашли, точнее, и это новый костюм. Потом посмотрим, что он умеет делать. Может быть, вообще ничего не умеет, это просто косметическая штука. Увидимся завтра в это же время. Вот с этой же игрой, но параллельно еще буду вечерком выпускать другие видосы. Ну, в своем стандартном стиле. Короче, будет много контента. Все для вас, друзья мои. С вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. Если понравилась футболка, то ссылка на нее, где вы можете ее приобрести, она будет в описании. Заходите, поддержите мой проект с комиксами, это очень важная для меня вещь, ну, вы знаете, я постоянно про это говорю. Короче, ссылки будут все в описании. Ну, а с вами был Юджин, и всем пять!